Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами ДФ, и мы продолжаем наше увлекательнейшее прохождение сценария Solar System 2020. В общем, у нас стемнело, друзья мои. Летим мы за неизвестным сигналом, сделаем ему обрезание. Так, какой-то интрудер на меня летит. Летит! В общем, с ним мы разберемся чуть позже. Так, верните мне мою резалку. Вот это вот надо выключить недоразумение. Спасибо за то, что подсказываете, друзья мои. И за ваши комментарии, естественно. Так, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А, ты с трастером. Да подожди ты, подожди. Эй, не лагай. Что-то меня закверх ногами. Симспит убежал. Друзья мои, это что за покемон? Представляете, какой у меня сейчас Симспит? К такому жизнь меня не готовила. Что-то срабатывает? Сейчас мы эту штучку обесточим и посмотрим, что же пошло не так. Давай-ка мне за много-много баксов. Ковгриндер. По-моему, мы такой уже проходили. Так, что в тебе особо вкусного есть? Сканер. Что вот пошло не так? Деньги и аккумуляторы. Это хорошо, лишний раз не садиться на унитаз. Так, что еще в тебе есть? Ничего. Ничего. В общем, мне нужна антенна. В любом случае. Это дефицит. Игра, ты пьяна. Иди спать. Нормально же общались. Все свое, как говорится, ношу с собой. 10 блоков самоудаления. Парашютный люк без парашюта. Парашютный. Красота. А, малый контейнер тебя щупал? Щупал. Малый контейнер, ты идешь со мной. Ну и остальное просто так вот сейчас располовиним по-быстренькому. Все нам это пригодится. Ну вот, чтобы поменьше запчастей было. Где мой Симспит? Где мой Симспит? Признавайтесь. Что-то мне и руки дрожат. Все дрожит. Во, пошло. Все, отпустило. В общем, надо было его пнуть, и тогда оно, как говорится, и полетело бы. Как видите, сразу же у нас все вернулось на круги своя. Красота. Так, ну здесь вроде бы достаточно его распиливать. Эх. Знаете, в Америке есть такой этот, на быке скачут. Вот это примерно на то же самое похоже. Все, достаточно. Так, самолет. Самолет летит, колеса дутые. А нам все, как говорится, это, то самое. Кобальт серебро, внизу серебро. Что-то там, не там этот. Ага, моя пушка. Пушка недоеденная. Так, ну меня, наверное, еще раз скинули, нет? Филдган. Одному я сделал обрезание, второму еще не успел. Там он проехал. Здравствуй. Я тебе успел или не успел? Так, именно тебе я и успел, к превеликому сожалению. Японский бог. Женщина, а сказать мне, что enemy там inbound меня? Эх. Женщина обиделась. И промолчала. Отдай свою дистанционку. Чем меньше всего работает, тем лучше. Сами понимаете. Ну, естественно, малые трубы. Это святое. Ячейки, чтобы удалялось. И от компьютера. Колеса. Пригодятся. Большие трубы. Хотя больших труб я могу и так наделаться. А вот малых труб не сразу же. Головка. Головка вышла. Так. Эти запчасти уже самоудалятся, я думаю. Головка. Я тебя хочу или не хочу? Ладно, я ее все равно спилю. Забираем вот это. Чтобы поменьше всякой информации было на экране. Хорошо. Я бы даже сказал волшебно. Еще одно колесико. У нас впереди ночь, но нам это не сильно критично, потому что нам все равно... Ох ты! Блоки тяжелой брони. Друзья мои, мои решетки приехали. Нам делать, в принципе, большой и толстый корабль. Это мы сейчас добудем себе кобальт. Красота какая. Мне бы горелочку помощнее. И посерьезнее, я бы даже сказал. Так, с этим разобрался. Продолжаем. О, привет, инженеры. А, нет, какая-то супер-пуперская руда. Это не точно. Так, мне тут на голову ничего не это. Не того самого. Это меня несказанно радует. Кстати, надо допилить. Ракетница, ты пока... Ладно, живи пока. Так, этот, чтобы полностью работал. Вырабатывал все, что нам тут надо. А мы здесь сделаем себе лампу Ильича. Лампочка-дочка. Угловую или не угловую? Давайте угловую, но вот сюда вот направим ее. Красота, волшебство.
Шик. Бац-бац. Ляжки в крошках. Хорошо. Вот. Светит? Свет не светит. Ладно, ближе к телу. Так, радиус 10 метров. Чуть-чуть пожелтее. Хорошо. Интенсивности побольше. Сейчас посмотрим, как оно у нас тут светит. Ну, такое себе. Уютненько. Уютненько. Но одной штучки явно мало. Кстати, чтобы было поприятнее смотрелось, можно поставить еще ЖК-панельчику. Ну, в принципе, все видно, и особого еще добавлять и не надо. Хотя надо. Надо. Нужно больше Зои-то. Нужно построить декурат. Вот сюда вот я тебе воткну. Нет, не хочешь. О, смотрите. Красота-то какая. Маленькая, глупенькая. Оп. Интим. Товарищ Даев, вы сделали себе интим. Приятненько-то как. Красота. Друзья мои, красота. Вот, смотрите. Прям вы знаете, вот уже как чувствую себя настоящим пещерным человеком. Так, ладно, ближе к телу. Пещерный человек. Что ты хотел сделать в этой серии? Это сделал. Не хватает, конечно же, унитаза. Унитаза не хватает однозначно. Текс. Ну, целый унитаз это такое себе делается, а вот просто вот такое вот отхожее место, я думаю, можно. Невозможно. Возможно, невозможно. Широкую на широкую. Ну-ка. Унитаз. Я тебя хочу. Так, сюда возможно, сюда невозможно. Сюда стесняется, воксель мешает. Так, сейчас мы уберем лишние воксели. Эх, японский бог, зачем же в эту штучку-то бить? Тыкс. Ну что, возможно? Невозможно. В общем, реактор мешает моему унитазу. Ну, дожились, что. Куда бы тебя воткнуть-то? Где же мне тут отходить-то, чтобы меня при этом не расстреляли за это? Так. Так. Вот, без лампочки, в принципе. Вполне все возможно. Чтоб тебе, сволочь, подбросила, не поймала. Невозможно построить ванная. Почему же ты ванная-то? То есть маленький невозможно... А, вот. Ну уж давайте как положено сделаем. Так, будем шиковать. А чё ты не набрал на целую ванную? Ями. Ями. Чтобы мы могли хотя бы, по крайней мере, как порядочные, сесть. Света там нет. Но прям сел и зарядился. Какой вид-то у меня из окна. Красота. Так, 167 филдган. Я тебя понял. Медленно заряжает. В общем, мне еще нужна криокамера. Ну, на криокамеру мне нужно хоть что-нибудь летючее. А, кстати, у меня та летулька-то улетела. А, я же ее избил. Клероз! А нельзя ли настроить на туалете? Нельзя. В ванной нельзя настроить даже цвет и яркость лампочек. Волшебство-то какое. А вот, кстати, меня всегда мучил один интимный вопрос. А если выключить лампочки? В туалете ничего не светится. Я тебя понял. Я тебя услышал. Хорошо. Да будет света. Такой вот интимничек. Так, что мы хотим дальше, друзья мои? В принципе, для базового выживания мы готовы. И у нас все хорошо. Теперь нам нужен какой-нибудь летающий унитаз. Теперь нам нужно вот это вот допилить. Здесь у меня прям классно. Смотрите, прям. Ух, прям вы знаете, аж кайф отлавливаю. Пойду я еще попилену немножко аэрборную этот вот. Чем меньше всего тут спавнится, тем, как говорится, лучше. Да будет свет. Ух. Ну-ка ты на меня не смотри. Ты на меня не смотри. Почему-то он обесточенный весь такой. Доступ запрещен. Эй, чё-то распилил. Ну ладно, что бывает. Первый раз, что ли. Нам сейчас все в дело пойдет. Мне бы достать бы немножко бы серебра. Филд. Филд, не филд. Широкую на широкую. Отдай все, что в тебе есть. Спасибо. А, у тебя только спереди. Спереди. Что-то он как-то... О, 40 ракет. То есть один стрелял, а второму совсем печально стало. Сработает, не сработает? Хм, какой я отважный тип. Проверяю, сработает или не сработает. Может сработать. Мне будет больно. Отдай. Хоть не допилил. Беда.
В общем, ракетами мы себя снабдили на ближайшую пятилетку. Вы посмотрите, сколько у меня ракет. Ух, ух. Отдай еще одну штучку. Не лезет. Так, где мой дом? Дом. Дран-дан-дан. Надо сюда какую-нибудь еще лампочку такую вот. Как бы это помягче сказать, чтобы видеть, где вход. Не. В общем, ракетницу можем сделать, но она вынесет вот этот вот корабль сразу же. И это будет плохо. Так, а я у него спилил, да? Нашел. Ух, я уж напугаться хотел. Отдай. И тебя вылечим. О, с нами женщина разговаривает. Представляете, настоящая. Она нам обещает большой инбаунд. Для маленькой такой компании большой такой инбаунд. Так, а как бы мне это заметить, это место? Очень просто, Юрий Александрович, ты можешь заметить это место. Так, ты мне сильно там настучишь? Инбаунд. Где ты? Вернись, я все тебя прощу. Вон он летит. Поньк. Ух. Стоит, а ты откуда? Стреляли. Так, сейчас мы сюда по-быстренькому сделаем лампочку. Лампочка. Лампочка маленькая, глупенькая. Вот сюда вот пусть будет. Пшик. Пшик, я сказал. По крайней мере, теперь я его в темноте не потеряю, видите. Волшебник. Волшебник, блин. Так, это ты. Это все еще и навсего ты. Мне бы на свою базу бы слетать, но вот ночью не хотелось бы. Текс. Забери все свои ракеты. По крайней мере, ракетами я себя снабдил. Во! Медалька. Волшебник. Руда светится. Вот. У меня тут вот даже вот немножко айрона мне привезли. А может быть и серебра привезут? Хотя это не точно. Кусик. Кусик. Кисик. Так, забираем. Все свое ношу с собой. Симулятор, знаете, этого. Вот что значит работающие гироскопы. Понесло. И тут, как говорится, Остапа понесло. Обесточиваем. Все, обиделся. Жалко. В общем, в теории, это могло еще летать и вас там, приезжать к вам, и вас того самого. Но, к сожалению, мы в другой игре, и это не летает и не срабатывает, поэтому снабжает меня просто ракетами на халяву. И хорошо. Так, хорошо, вот здесь вот еще отпилю немножко. Тем более, что это блоки, как говорится, тяжелой брони. Я думаю, мне на какой-нибудь стартовый летающий унитаз уже должно вполне хватать. Но это не точно. Что-нибудь маленькое. Малый бур. Мур. Хорошо. Не лагай меня, чуть трава. Сейчас еще немножко компонентов, решетки. Они лишние не бывают, это наш кобальт, который мы не можем пока переваривать. А большой рефайнери делать это такое себе. Сами понимаете. Тара-тара-тара-та-там. Ями. Ями, я сказал. Успокойся. И рот, как говорится, закрой. Самолет. Самолет летит, колеса дутые. Его восстанавливать, это там все эти гироскопы перехватывать и тому подобное. Поэтому маленький-маленький расширябительный бур будет. Ну что, поехали, друзья мои. Для этого нам пригодится ша. Ша. Для этого нам пригодится бу. Так, для этого нам пригодится бу. Волшебник. Бу. Так, ко. Н. Веер. Кстати, а не сделать ли мне его на дистанционке вообще, а? Камеру на него поставил, так побурил, расширил и совершенно со спокойной душой, по крайней мере, туда смогу слетать на свою базу, посмотреть, что там у нас есть. Контракты у нас есть. А конвейер у нас есть? Есть. Так, ладно. Сейчас будет самая маленькая летабительная штучка за всю историю. Эх, япона, мать! Маленькая. Фига ты маленькая. Я... с патрона. Так, мне на него нужен средний контейнер. Кстати, надо посмотреть, что нужно на щиты.
Так, шасси не нужны, средний контейнер. Какой у него будет загрузка, жопшная или не жопшная? Мы можем упростить себе жизнь, прям вот так вот сделать. Оп, сюда вот в лобешник ему бур. Правильно? Правильно. Один бур. Оп, оп. Вот. Вот. Вот так вот они и жили. Спали врозь, а дети были. Так, мне нужна камера. И дистанционка. Простите, хрипнул. Так, куда бы тебе камеру-то? Куда бы тебе камеру-то присобачить? Снизу будет присоска, это естественно. Сзади будет какая-нибудь батарея. Хотя батарея. Батарею могу сделать? Могу сделать. Батарея. Сзади будет батарея. Волшебник. Опа. И как раз все вот это вот. Оп. Можем потихонечку начинать проваривать. Вроде бы все ровненько. Вот такой вот у меня будет этот. Ам. Нет. Заказываем. На батарею. Эх, на большую заказал. Фу. Фу, выплюнь каку. Выплюнь каку, я тебе сказал. Производство. Этого у меня нету. Этого нет. Нет. Мне нужно 20. Раз, два, три, четыре. Молодец. Раз, два, три. Пойдет. И плюс 10 у меня есть. Сразу же забираем, что нам пригодится. Это пригодится, пригодится, пригодится. Каждой твари по паре. И плюс выкинуть сюда, выплюнуть вот эту гадость. Нет, не сюда. Кушай, мой маленький. Ями. Ой, ты как зажужжал, как настоящий. Вот, в общем, 5,5 у меня каждое железо, поэтому мне на ближайшую пятилетку хватит. Бур есть. Так, внутренние пластины. Хорошо, надо все лишнее скинуть. Так, это лишнее. Внутренние пластины. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, это мне надо. Надо это забираю тогда. Со сборщика, конечно, можно через извлекатель сразу выплевывать в 0-0-0, в 0-0-1. Сборщик 0-0-1, я тебе сказал, вот так вот. Внутренние пластины, если у меня есть, это есть, это есть, балки не нужны, но на всякий случай взял, это взял, это взял, это взял, взял немножко пластины на сдачу этого. Каждый тварь по паре. Прошипел тебя. Теперь прошиплю тебя. По бокам извлекатели. Правильно? Волшебник. Здесь батарея, не хватит строительных компонентов. Да не вопрос, у меня их тут как на строительной фабрике. Е. Ячейка есть. Хорошо. Хорошо. Так, теперь мне нужно придумать ему... Так, снизу будет присоска, все равно он будет вниз выпирать, да? Значит, мы здесь делаем, организуем как-нибудь блоки. Да чтоб тебе подбросил и не поймал. Так, вверх ногам, на, простите, самоблюечка будет. Так, сюда не лезет, сюда не лезет и сюда не лезет. Ух, японский. Ладно, с этим мы чуть-чуть попозже с вами подумаем. Значит, сюда вот набор не хочет вставать. Значит, мы сделаем финт ушами. Бур, я тебя съем. Сюда установим маленький конвейер. Вот такой вот. Маленький. Батарея мне уже не пригодится. От нее все распляшем здесь совершенно спокойно. Здесь будет дистанционочка стоять, здесь будет антенна стоять. Правильно? Правильно. Широкую на широкую. Хорошо. И вообще здесь, наверное, даже камера будет стоять. Вот так вот. Камера. Камера меня нежна. Так, хорошо. Так, камеру. Ну, такой себе. Здесь дистанционка. Яме. Здесь будут трастеры на взлет. Вот они у меня есть. Это что-то жирное. Ускорители. Ускорители. Красота как. Компактность — мое второе имя. Вот это я гаркнул. Так, здесь у меня будет дистанционка. Правильно? Правильно. Чё ты стесняешься-то? Так, избушка. Повернись к лесу передом. Вот. Здесь камера, здесь дистанционочка. В этот воткну ему, как говорится, нежно антенну в задницу. Чё-то громко. Фу. Ну-ка, потише будь. Так, моторов не хватает. Моторов, компонентов, решетки и моторов. Все, я тебя услышал. Пожалуйста. Отбуждите меня, пожалуйста. Кстати, у меня моторов на большой один трастер. Что мне несказанно радует. Компоненты решетки, моторы. Каждая тварь по паре. Я. Ага, мотор включился. Ну, японский. Чего ж так мало их берешь-то? Бери как порядочный. Разведывательный издалек.
Number one. Так, возвращаемся к нашим бурам. Их ты, это большой бур. Ям. Инфлюенс. Не ври. Забери. Хорошо. Так. Вот я не знаю, увижу ли я что-нибудь в этой камере или не увижу, но это не точно. Но будем надеяться, что когда-нибудь что-нибудь точно увижу. Так, взлетать есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Сюда не могу ли я себе поставить гироскоп? Гироскоп. П. Так, пускай он лучше будет длинный, но... Такой себе. Так, вверх есть, вправо, лево, вперед, взад, да? Вперед, взад будет снизу. Ой, простите. Да хотя и сверху можно. А здесь заармировать и все. Правильно я мыслю? В принципе, да. Чуть это у меня там болтается? Ага, это оно. Так, давайте подумать. Надо трастера. Тр. Ускорители. Да, F. Ускорители они называются теперь. Уже называются ускорители. Так, вправо, влево, вперед, взад. То есть наверх я себе... Да не наверх, а на низ мне их надо себе лепить. Вот сюда, потому что тут все равно присосиська будет. Зарядочная. М? Нет, даже не сюда. Вот сюда вот один. Не лезет. Батька, не лезет. Блин, аж надо было, а. Ладно, потом я переделаю этот. Пока что сверху будет. А потом, когда подниму и поставлю на нормальную, адекватную присосиську, все у меня будет шикарно. Текст туда-сюда обратно. О, боже, как приятно. Хорошо. И в эту сторону то же самое. Нет, не влезет. Не влезет, не влезет, не влезет, не влезет. Широкую на широкую. Ух. О, сволочь-то. А здесь сожгет мне трастера, да? Ну что, вниз вообще никакой ни один не влезет, что ли? Здесь сожгет, вот. Пускай он меня пока хотя бы это жгет, но все равно я в ту сторону газовать не собираюсь, поэтому варим. Надо не забыть поставить себе гироскоп. Так, я тебя услышал, мой молодой. Ями. Да почему добавлено в планировщик? Не надо мне ничего добавлять никуда. Отстань от меня. Иди в желудок. Короче, шифтом, если нажимаете, то обязательно добавляет в планировщик. Текс, вот мои трастеры. Знакомьтесь. Красота, даже ночью можно снимать. Волшебство. Летсплей полностью. Интересно. Это, наверное... О, пора посетить отхожее место. Наверное... Редкость такая, когда вот именно хочется поиграть. Вот именно хочется. Ну-ка, не трать мне мои патроны. Ой, в смысле, мои эти. Вот меня опять проба летит. Сейчас меня опять будут того самого. Давайте, наверное, все-таки поставим, доварим вот эту вот фиговину. Пусть она немножко меня подзащитит. Вот немножко. Компьютеров не хватает. Ай-яй-яй. Девчонка, где взяла такие ножки? Ракетница, ракетница. Хорошо. Отдай, я тебе сказал. Ям. Вивдрав, чё вивдрав? Турель чини. Шипи её. Опа. Вроде на это не смотрит. Но это пока её не зарядишь, пока тогда она и не смотрит. Так, что у нас тут есть? Стрелять по ракетам, да, по метеоритам нет. Радиус прицеливания 800, хорошо. Стрелять по нейтральным нет. Ну, не знаю, сюда вроде не видит, а вот сюда вот может. На всякий случай пусть будет. Одну ракету поставлю, если уж разенбаундит мне. Скотина такая лысая. Так, один. Один штука. Хорошо. Ух, 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 ух. Здравствуй, бур. Я по тебе скучал. Я. Помяк. По крайней мере, я знаю, что вот здесь вот есть враг. Вот в этом месте... Ага, все эти будут считаться врагами. Все вот эти. Так, я тебя услышал. Плохо. Плохо. Я бы даже сказал, ужасно. Так, на чем мы остановились? На проваривании моего летающего унитаза. Там вроде та фиговина улетает. По крайней мере, я теперь знаю, где у него гироскоп спрятан. Рано или поздно мы все равно... А, у меня критикал, и мне тут посидеть надо, полюбоваться на свой бур. Красота-то какая. Кофейку бы влакнул, да не на стриме. Эх. Наслаждаемся и машем. Смотрите, у нас тут везде не влезай и убьет. Изучим данное помещение. Вентиляции нет. Че ты такой страшный-то? Рукомойничек.
тоже не предусмотрен. Тр 103. Понятно? Он тр 103. Че, правда, тр 103? Жуть. Жуть. Текс. Этот сделал, этот сделал, этот сделал. Да их не забудь про гироскоп. Спасибо. Текс. Женщина завыла. И антенна. Гироскоп. Я еще и сварщик на него могу поставить? Не могу. Мне нужен еще один будет такой. Так, ну-ка давай-ка вот сюда вот. Присосись-ка. Ты будешь моим гироскопом. И тот потихонечку, не сварщик, а резак. А тот потихонечку будем это... Того самого. И антенна. 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 Так, антенна есть. Хорошо. Сейчас как при это себе. Много-много всяких радостей. Детишкам принесем. Включается антенна, и, как говорится, это опять малых трубок не хватает. Ты что, издеваешься надо мной? Не. Не. Радиокомпонент 4 штуки. Натуральных, лирических. Вроде тоже где-то было. Целых 22. 33 коровы. Так, этого много, этого много, этого много, этого много. Это переработать. Ну-ка съешь. Пиу. Все, сдулся. Хорошо, мне бы еще бы медицинский компонент бы добыть, но это не точно. Ага, мне не хватает самого главного в данном кисмолете. Знаете чего, знаете чего? Вот не скажу. Прожектор. Прожектор мне не хватает. Какой же я звездец построил? Ужас. Ужас. Прррр. Прррр. Так, прожектор, ты будешь жить здесь. Шик. Внутренней пластинки не хватило. Печально. Рождение летающих унитазов. О! Красота-то какая. Ну-ка, 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 ну-ка. Удаленный доступ. Это что такое? Каргошип Акари. Хм. У него вещание. Малая структура. Управлять. Нажимаем на кнопочку P. Хм, я тебя понял. А, ну да. Оп, визир, визит. Так, переходим к удаленному доступу. Управлять чуть-чуть повыше. Здесь выбираем себе камеру, обзор. Проверяем, что обзор у нас совершенно печальный. Какой я страшный. Ага, и сюда надо выбрать жесты. Сюда надо выбрать себе бур. Так, переключено на бур, немножко ям. Совсем немножечко. И теперь, по крайней мере, я могу расширять свою штучку. Правда, колбасит ужасно, ну ладно, что. На сколько хватит? На 17 минут. Надо придумать какой-нибудь реактор. И вообще надо придумать не реактор, а присосиську на него. Хорошо. Меня залагало немножко. Вижу, кто-то летит. Но это не точно. Отпусти меня, игра. Видок такой себе, конечно. Но, по крайней мере, у нас есть камера, что меня несказанно радует. Вон там дядь какой-то болтается. А, это я. О, вот это ничего себе. К такому жизнь меня не готовила. Так, вот это вот отсюда. Ай-яй-яй. Сейчас он меня уедет. Стой, так я все уложу. Сейчас мы его упрем. Да что такое? Все, уперли. Простите, пожалуйста, мои дорогие друзья, но хрипну. Все только для вас. Конвейер. Коннектор, точнее. Коннектор тебе вот сюда. Так вот. Тирить. Эть, дырочка. Вот бырстие. 9 хочу. Малая трубка Нидмор. Нидмор-мор трубок. Хорошо. Теперь мне нужно... Придумайте ему тормозной трастер, да? Тормозной трастер. Вот здесь вот он у меня и будет, тормозной трастер. Вниз свисать вот здесь. Правильно, правильно. Но это не точно. Так, чего надо-то? Чего от меня надо-то? Игра. Так. Так. Хм. А я, кстати, сюда могу этот, вот так. Там не камеру, а как раз тормозной трастер. Камера. Извини, пожалуйста, здесь будет жить трастер. Кнопочка 2, 8. Тормозной трастер. Хоть не лет.
Сволочь. Ух, скотинка. Не лезет. Батька не лезет. В общем, вот здесь у меня будет трастер, а там вот как и хотел я делать камеру, надо и делать камеру. Обзор у нее... По крайней мере, я теперь знаю, что на одной... Да все что угодно пилит, кроме того, что надо. Ты что? Игра, иди спать. Где мой тазик с водой? Почему мне до сих пор не задонатили на тазик с водой? Так, ладно, это, конечно же, я шучу, камера. Уф. Промазал. Камерам. Какая содержательная музычка. Так, ты тут? Ты тут. В общем, обзор у моей камеры будет совершенно печальный, но... По-другому мы никак не сделаем. Это мы увидим, друзья мои, товарищи. Так, 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 так. Теперь-то ты встанешь сюда. Трыстер. Тормозной. Нет, не лезет. Лезет только снизу. Да и пес на тебя. Вот так вот ты мне и будешь жить здесь. Расхреначим так сразу тормозной. Хорошо, хорошо, хорошо. Такс. Удаленный доступ. Малая структура. Управлять. Эй, камера сломалась. Это хорошо. Обзор. Сейчас будет у нас супер вид. О, смотрите. Ага, надо было схитрить, Юрий Александрович. Увеличив себе угол обзора, поставив здесь скошенный угол. Или ничего не трогать. Так, это сделал. Летать сможет. Так, вправо-влево сверху убрать и тяговый куда-нибудь себе прихреначить вот сюда, на той же системе, да? Точно на той же системе делаем себе самый компактный, наикомпактнейший. Тик-тик-тик. А, мне вот в этот... В опу бы себе как раз и воткнуть. Так, там же не торчит? Нет, не торчит. Все правильно делаешь, Юрий Александрович. Все правильно делаешь. Так что ж тут никто не сделает этот? Дырочку-то не перекроет. Оп. Все у меня сегодня беленько. Да что ты. Оп. И оп. Все. У меня есть полы. Надо будет их обязательно проварить. Так, на чем мы остановились? На том, что мы делаем мегакомпактную летательную фиговину. М? Волшебство? Вообще, пипец. Сам в шоке. Так, ширина у меня 3, значит, подъемный трастер у меня есть, тяговый есть, а осталось туда-сюда. Туда-сюда будет тоже сзади. Здесь вот туда. Здесь вот будет сюда. А сюда присобачим какой-нибудь маленький реактор. Правильно? Маленький реактор там. Что самое лучшее, что у нас может быть? Угу. Он у меня сейчас упадет от обесточивания. Поэтому давайте-ка мы его вначале заземлим. Хотя мне бы по-хорошему уже сюда придумать этот. Надевить днями. Ну вот и не Джой. Синий Джой. Живи пока здесь. Остаешься за старшего. А говорил, ну ты не Джой. Все влезло. 4 километра 46 метров. Так, давайте берем управление на себя. Малая структура управлять. Остается совсем немножко питания. Так. Главное мозги включить. Мозги включить тоже тяжело. Так, подождите, извините, мы тут чуть-чуть это, себе немножко, почувствуй себя дроном. Так, поворачиваемся, теперь не перевернуть бы. Ух, японский, к такому меня жизнь не готовила. О, и так вот, все, друзья мои, волшебство. Теперь переходим сюда, берем нашу батарею, так как она единственная. Сказал он и не закинул, да? Зарядка вкл-выкл, вкл. Все, на ближайшую 5-летку мы готовы. У нас вот такая вот штучка есть. Сейчас мы немножко скинемся, попилим. Что у меня тут по энергии, не пора ли мне на свое отхожее место? Как раз за серию 3 раза ходим. Ну что, летающая нога есть. Можно еще, кстати... Будем на дронах. Ага, мне нужна еще здесь антенна. Правильно?
Правильно, друзья мои. Почему она мне здесь нужна? А иначе у меня доступа не будет. Логично, Юрий Александрович. Логично, Юрий Александрович. Приятно поговорить с умным человеком, например, с собой. Сейчас мы посмотрим, кто же здесь злобный настолько. Вот они все эти гироскопы. На данном корабле мы будем изучать японский ваш... Что-то там взрывается. На данном корабле мы будем изучать анатомию следующего корабля, который в перспективе переделаем. И, в общем, пока все вот эти вот гироскопы не испилить... никто не услышит. Пока все эти гироскопы не спилить, к превеликому сожалению, кто на данке ногами? Эта штука газовать не перестанет. Ну то вот только давайте не будем мне говорить, что это вот тоже гироскопы. И это гироскопы. Так. У меня уже такое ощущение, такое, точнее не ощущение, а такое желание. Знаете, друзья мои? Такое вот интимное-интимное желание. Меня преследует. Доступ запрещен. Поинк. Смогу ли я? Или не смогу ли я? Гатлинган. Вот. Я. Нет, не я. Чё ж так оруто? Аж самому страшно. Так, трастера немножко я. Два реактора работает. Блин, до них добраться бы его. Обесточить. Вот где-то вот здесь должна быть в перспективе кабина. Ты же попа? Попа. Текс. Все равно кораблик пока заряжается, а мы-то вот аккуратненько так вот производим раскопочки. Эй, тихо, тихо ты, дурак. Ты чего? Кто там меня хочет? Друзья мои, меня кто-то хочет стрелять. Это, конечно, не точно, но тем не менее. Так, малый контейнер. Давай-ка мы отнимем у тебя все, что в тебе есть. А никого в нем нет. 5 километров до меня. Может тебе отрезать? Смотрите, как усиленно стреляет-то. Значит, там живая турель. 5,4. Дрилл-платформа, она, в принципе, меня не хочет. Это не точно, кстати. Сейчас я раскопаю на свою голову. Всем страшно? Блин, оно толкается. Это не ты меня тут стрелять? Стрелябло и пытаешься заниматься. А? Нет, это моя. Какая беспокойная. Я брожу тебя, узбогойзе. По крайней мере, водорода у них хватает. Ой, точнее, урана у них точно хватает. На не одну пятилетку, чтобы повоевать. Он вот хочет наружу. Хочет, но не может. Хочет, я знаю, хочет, очень хочет, но молчит. Я предлагаю ему отрезать голову. Самолет, естественно. Тем самым мы его обесточим. Сейчас он меня убьет, похоже. Убьет, притом багом убьет. А умирать нельзя. А жить так хочется, ребята. Ну чё, скрестили наш не годится. Пэм. Висит. Стоит. Так. А если я на вот это присобачу кабину? Да, тут, конечно... Сильно ему досталось. Но я его и облегчил уже. Так, ну-ка. Дистанционку? Нет, вначале попробуем кабину. Текс, сюда все скинули. Г. Отстань. Ф. Кабина. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Са-са-са-са-са. Ага-га-огород. Не кабина она называется. Оно все что угодно будет называться. Кокпит. Кокпит, как есть. Есть. Погнали. Даже на большой есть. Сейчас ты у меня полетишь. Где у тебя тут нос? Главное. Крылья. Ноги. Главное хвост. На чем же ты летаешь-то? Нек. Оп. О. Гаситель можно выключить?
Тяги перехвата не хватает. Ну, японский бог. В общем, я им голову-то отрезал. Это тоже выключить надо. Так, дело было не в бобине, по крайней мере, оно меня теперь не расстреливает. Сейчас его уронишь, оно туда улетит. А чё ж тут в головке-то осталось? Кукрику. Все время так боюсь, что это уйдет в центр планеты, и у меня будет гейм-овер. В общем, вот здесь вот, похоже, реактор должен быть. Где-то здесь он должен быть. Не может он вечно от меня прятаться. Не убивай меня, корабель. Где же у тебя реактор-то? Ты что? Себе позволяешь? Ты же отпиленный. Откуда в тебе питание? Играй DSP. Да никогда я в жизни не поверю, что здесь реактор вот в этом. Два больших реактора вот в этой спрятано. Реакторы там были, к носику приделаны. Ну, японский. К такому жизнь меня не готовила. Такс. Игрик. Блин, кабину обесточил. Летаешь, не летаешь. Панель управления. Ну, такое себе. Ну, уж точно там лампочка была. В общем, у игры съехала крыша. Включить, выключить. Это хорошо. В голове открылся люк. Ты не бойся, это глюк. В общем, несмотря на препарирование, у нас уже рассвет. Целую ночь провели с вами, друзья мои. Красота. Люблю ночь. Можно открывать окно, никто музыку не слушает. Металлолом, металлолом или металлолом. Так, ладно, возвращаемся к нашим баранам. Ты же на него смотришь и хочешь, да? Это пока ты все. Это пока ты все эти не раз это. И отсутствуют препятствия. Печально. Так, что у нас тут по зарядке? По зарядке у нас тут на зарядку становись. Нужно тебе сделать прожектор свет снизу, да? Это же перед, это же камера. Вот камеру надо было вот сюда ставить, но камеру надо дублировать, друзья мои. Так, здесь у меня заряжается, здесь у меня, в принципе, всего хватает. Да, всего лишь 15 затратили. Всего ничего. А я все еще не решил, чем мне выживать. У меня нет серебра. Давайте посмотрим, используется ли серебро, не используется. И используется платина. Кстати, если разобрать штук 5 ракет... Друзья. Раз, два, три, четыре, пять. Мы можем снабдить себя суперинструментом. Умница, Юрий Александрович. Умница, Юрий Александрович. Тем более, что магний мне на папули нужны. Смотрите. Красавчик. 5 штучек разобрал, ну что ж. Теперь берем, переходим на сборку и можем себе позволить. Ну не знаю. В первую очередь мне нужен резак, конечно. Волшебный резак. Делай. 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 Че, это 0,7 платины, что ли, с целой ракетой? Ты что, размеешься, что ли? И. 0,7 с одной штучки. Ну-ка, в инвентарь тебя полностью. Что у меня тут по платине? 0,7 с 5 ракет. Ну, такое себе. Ладно. А по хренее. Ну, хотя бы двоечную. Вот так вот. Серебряный слиток нужен. Вот, блин, как я не хочу здесь огромный рефайнер строить. Ну, кто бы мне... кто бы знал. Очи. Друзья мои, это очи. Это 1200 стальных пластин. В принципе. А чё нет? Пластин у меня стальных хватает. А? Смотрите, какой у меня. Очи черные. Прямо его к ассемблеру. Вот так вот. Поставить. И он будет первым вынесенным. У него же с этой стороны есть конвейер. Если с той есть. Так. Мне нужен где двойной конвейер. Так вот, рефайнери. Так. Нет у него, к превеликому сожалению. Надо конвейерную систему через низ пропускать. Ой-ой-ой, опять я заигрался. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, убери это недоразумение. Еха, поскакал, попрыгал, поскаканил. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну а всем вам повыше FPS, поменьше багов, лагов. Приходите на стрим по этой же серии. Сейчас я буду заготавливать все 1200 стальных пластин для вас, друзья мои.
чтобы мы на стриме построили себе переработку, снабдили себя всем, и можно со спокойной душой уже всех строить себе большой, такой и толстый, и сильный, и хороший. Ну что ж, мои дорогие друзья, всем до новых встреч, всем приятной игры, всем пока-пока. Не болейте и берегите себя. Берегите! Сказал, как дядюшка Ленин. Всем пока. Ой, не туда идти. Вернись. Я все тебе прощу.